Это грот, в котором жили неандертальцы. Некоторые ученые-археологи утверждают, что вот эти вот черные пятна – это как раз следы костра, которые они тут жгли, греясь в морозы, готовя еду. Это уже современные неандертальцы сложили тут костер, там внутри бычки окурки валяются. И это уже копоть от современных неандертальцев осталось. Так, все идут обратно. Комары, вот если бы не комары, было бы хорошо. А вообще тут очень прохладно, действительно комфортно. И как бы на шашлыки сюда засесть прикольно. Главное, что тут никаких других туристических групп нет, кроме нашей. Поэтому, и как сказал наш гид, это удивительное место. Оно вместо того, чтобы забирать силы, оно придает силы. И действительно, я чувствую, что я практически уже совсем разбудилась. И чувствую себя совсем не так вяло и сонно, как на берегу моря. Как ни странно. Сейчас буду запыхиваться.